Здравствуйте, меня зовут Александр Пухов. В эфире программа «Афиша» о главных культурных событиях этих выходных. Сегодня мы в галерее Гарри Татинсяна, где на днях открылась выставка художника Дэмиана Хёрста. Тигровую акулу в формальдегиде и череп с бриллиантами в этот раз не привезли, зато есть противогазы и бабочки. Творчество автора из Бристоля, который в 90-е прославился в составе объединения «Молодые британские художники», вызывает много споров. Кто-то считает его гением, а кто-то просто провокатором. Что можно сказать наверняка, Хёрст – самый обеспеченный из ныне живущих художников. Его состояние оценивается более чем в 350 миллионов долларов. На московской выставке можно увидеть 9 работ Хёрста. Среди них копия витража Даремского собора в Англии, выполненный из крыльев бабочек, холсты, инкрустированные бриллиантами, стеклянный шкаф с противогазами и, конечно же, череп. Он в творчестве художника встречается часто. Тема смерти для Хёрста одна из ключевых. Самые дорогие лекарства в Москве. Вот эта полка потянет на несколько миллионов долларов. И другие работы одиозного британского художника пробудут в столице до июня. Чем еще заняться на выходных, расскажем прямо сейчас. Напомню, работы Дэмиана Хёрста будут ждать вас в галерее Татинсяна до начала лета. Это была Афиша на РБК. Работайте над своим отдыхом.